Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами о Хаджи на Средине. Притча называется «Все зависит от погоды». Незнакомец зашел в магазин Мулы на Средина за товаром и увидел на его стене надпись: «Этот магазин будет закрыт 28 августа по причине погоды». Поскольку было только 15 августа, человек спросил Мулу, как он может знать, за сколько дней такая будет погода. «Ну, — сказал на Средина, — если будет небольшой дождь, я пойду на рыбалку. Если сильный дождь, я останусь дома и буду работать своими инструментами». «Ну, откуда ты знаешь, что будет дождь?» «А, не имеет значения, будет дождь или нет, — ответил на Средина. Если будет солнце, я пойду на рыбалку или буду работать своими инструментами». Так или иначе, все зависит от погоды. Вот такая притча. Она называется «Все зависит от погоды».